Филиппов Александр Владимирович, владелец и генеральный директор фирмы «Скоростные катера Мобили Групп». Новинки у нас на сегодняшний день две. Одна лодка с алюминиевым днищем на воде в размере 5.30. Это наш эксперимент, скажем так, тестовая лодка для изучения спроса. Мы, когда делали алюминиевую лодку, все-таки ориентировались на то, что могут быть востребованы лодки и с алюминиевым корпусом. Особенно в качестве бортовых плавсредств. Сейчас современные небольшие корабли оснащаются слипами, куда лодка просто заскакивает. И они, в общем-то, высказывали предпочтение, что в такой ситуации надежнее было бы использовать алюминиевый корпус. Заинтересовались нашей продукцией и ЦМК «Белмасса», и Крыловский центр научный, Северное ПКБ, Невское ПКБ. Мы также обмениваемся информацией, и есть интерес у Зеленодольского ПКБ. И мы, создавая продукцию, ориентируемся на их потребности. Мы имеем представление о том, какие сейчас потребности у силовых структур. И мы стараемся при разработке любой нашей новой модели учитывать это, чтобы лодки были двойного назначения, чтобы снизить издержки при производстве, чтобы не делать специфических изделий вот для одного заказчика вот такие модели, для другого другие. Мы стараемся по максимуму унифицировать это, насколько это возможно, в принципе. Вторая новинка – это наша новая модель Ripmaster 780 по два подвесных мотора. Основное назначение ее – это небольшие путешествия с семьей, и в данном случае она просто заточена была под троллинг. На сегодняшний день локализация по российским материалам достигает, ну, наверное, уже процентов 60. То есть мы используем смолы российского производства, стекломатериалы российского производства. И чем больше будет российских производителей, которые для нас готовы поставки делать, то тем больше будет вот доля российского продукта в наших лодках. Но алюминий точно российский.